Горожане смогут выбрать растение, которое символизирует регион. В стране стартует конкурс «Аллея России». От каждого из 85 субъектов будет представлено одно растение, будь то дерево, цветок или сельхозкультура. Конкурс проходит в 3 этапа. На первом горожане присылают на почту Комитета по лесному хозяйству свои предложения. 15 лучших рассмотрят на втором этапе в Москве. Из них выберут 5. С июля начнется голосование за растение, которое символизирует тот или иной регион. 21 сентября их высадят на специальной площадке в Крыму и назовут экспозицию «Аллея России». Специалисты по лесному хозяйству считают, что Ивановскую область должна представлять рябина. Сейчас идет стадия формирования всех вот этих рабочих групп, конкурсных комиссий. То есть пока точно сказать, когда они будут заседать, в каком режиме, трудно, но... Идет формирование сейчас. Да, но присылать свои предложения с обоснованием уже можно.